Художники Абхазии по своему содержанию – уникальное издание, собравшее в себя биографии и работы абхазских творцов разных поколений. В своих очерках Аза Аргун раскрывает личности мастеров живописи и графики. По словам автора, она опирается на документальный материал и информацию, собранную от художников или их семей лично. Эта книга, она является продолжением первых двух. Единственная разница в том, что там входят художники, которые живут сейчас за пределами Абхазии. У них, конечно, есть большая возможность популяризировать свое искусство. Это такие известные художники не только в странах ближнего, но и дальнего зарубежья, как Диана Ву, Бахра, Адинджел, Александр Семенцов и другие. Но я в заключение просто не хочу занимать у вас время. Я хочу выразить благодарность всем тем, кто принимал участие в этом проекте. Но осуществлять этот проект было, конечно, очень долго и мучительно в плане реализации. Я, значит, хочу поблагодарить правительство Абхазии в лице премьер-министра Александра Золотинсковича Анквап, министра культуры Даура Вадимовича Кови. Но также, конечно, особо хочется отметить руководство Акафафона в лице Алхаса Аргун и Светланы Канджария. Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсаля отметила, что в обстоятельствах, когда доступных источников мало, Аза Аргун занята настоящей просветительской работой. У нас действительно в отечественном искусствознании очень большой дефицит материала, когда мы сталкиваемся с тем, чтобы исследовать, выявить, изучить, потому что иногда участие в художественном процессе и отстраненное такое исследование, его изучение не всегда, к сожалению, совместимы в каком-то определенном временном периоде. Поэтому я хочу подчеркнуть, что действительно за несколько лет это большой труд, издание трех книг, куда входят биографии, лучшие работы, очерки, посвященные более 50 абхазским художникам, очень сильно восполняет такой вот пробел в нашем отечественном искусствознании и подробно рассматривает проблемы современного искусства. Издание третьей книги «Художники Абхазии» поддержано компанией «Акафон». Эта книга направлена на популяризацию творчества наших именитых художников, также она направлена на популяризацию нашей культуры в целом. Хотелось бы сказать вам огромное спасибо за столь проделанную большую работу. И мы уверены, что эта книга будет пользоваться большим спросом среди ценителей нашего творчества. В Абхазии большие традиции, и мы хотели бы, чтобы о наших художниках узнали не только в Абхазии, во всем мире. Художники Абхазии – энциклопедия абхазского изобразительного искусства настоящего и прошлого с экспертными комментариями искусствоведов, с погружением в творчество и жизнь художников. Книга издана в 400 экземплярах и на двух языках – русском и английском. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.